Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем играть за Южную Империю в кампанию. И вот первое наше объявление войны, как я присоединился к Южной Империи, это объявление войны Хузаитскому ханству. Не воевал я еще, кроме как Северной Империи, ни с кем, находясь в Южной, поэтому это будет наша первая война, которую мы примем в составе Южной Империи. Все лорды хотят объявить войну, смысла подкидываться сюда я не вижу, тратить очки влияния у нас не так их много, против голосовать тоже, вот даже если 150 все равно не хватает, поэтому я воздержусь, не буду портить с ним отношения. И вот мы теперь вступаем в войну. Так, клана у нас больше. 6322 наша армия против 4970 хузаитов. У них очень много замков, 17. Городов у них 7, у нас 6 и 6 замков. Так, что мы делаем? У меня... отряд 146 человек полный. Я хочу посмотреть, что у меня с едой. 125, всего по 25. Надо где-то подзакупиться по дороге едой и собрать армию. Собираем армию. Где-то тут я видел свою жену уже с полным отрядом. На нее мы потратим. Вот, 0 очков влияния, 95 человек присоединим. 5 часов ей к нам добираться. Это дорогой какой-то, 83. Смотрим теперь большие отряды. Такие вот, например, как 143 за 28. Это отлично. 137 за 29. И вот парня. О, 163 за 29. Вот отлично. 163 за 29. Насколько я тут на 86 собрал? Я думаю, что вот этого вот за 21 155. На соточку собрал. Отлично. Собрали армию. Движемся через наши деревни. Народец ко мне подтягивается. Так. Нанять воинов. Нанять воинов. Закину в гарнизон, в город. С перевесом. Сейчас вот мой город рядом. Просто купить товаров. Немножко прикупим. Поможем деревне нашей деньгами. И выдвинемся в свой город. Я в гарнизон сейчас забрасываю все, что можно. Так. В таверне наемных арбалетчиков. Ищу хорошего спутника, чтобы он тоже водил свой отряд. Но пока еще никого не встретил достойного. Нанять воинов 16 новобранцев забираю. В торговле я в город еды натаскал. В принципе, готовы они тут сидеть. Я где-то скуплюсь еды в другом городе, чтобы свой... на ресурс не опускать. Так, и в цитадель сбросить в гарнизон. Вот 128 человек уже. Чего, 283. Всякого тут народу полно. Назакидываем 148. Пару охранников. Вот 146. Имперского каравана. Теперь тут 314. Я думаю, осаду должны нормально держать. Так, в управление городом смотрим. 40 тысяч докинем до 50.
Все у меня тут растет. Забросим в построечки амбар, ярмарку и мастерские. Так, все на первый уровень закинули. Строевые обучения у меня идут. И движемся в Ликарон за едой. А потом от Ликарона вот выдвинемся к замку Карения, который у нас захватили хузаиты, точнее в Южной Империи еще в прошлую войну. Подтягиваются лорды. Так, что я прокачал? Лидерство прокачал. Сейчас быстренько. Гарнизон города на 20% эффективнее обеспечивает безопасность. Плюс 5 к ограничению размера отряда. Это хорошо. Плюс 1 к верности жителей города ежедневно. При убийстве врагов воины вашего подразделения снижают боевой дух противника на 10 сильнее. О, вот это хорошо. Вот это мне нравится. Так, то, что армии посоздавали, это хорошо. Банда ищет новобранцев. Нет. Караван-ловушка не до него. Нанять. Так, нанять, нанять. Что у меня здесь? Что мы можем тут улучшить, да? Так, а ничего. В принципе, у меня... Новобранцев нет. Новобранцев нет. Охраните каравана 4 класса. Пускай пока будут. Хузаитских стрелков погонять. И закупимся еды. Возьмем зерна. Обычно любят при осадах его поесть. 200. Сыра возьмем. Масло. Рыбы, мясо, виноград, дефицит, оливки тут не доходят со сирайских земель. Так, чугуни сбросим. Вот мечом рассчитаемся, еще 12900 себе заберем. У меня что тут с кузней? А вот есть, ребята, можно сковать что-нибудь быстренько и забрать деньги. Так. Сейчас. Просто наличку не хочется отпускать. Так закончилось у меня железо, поэтому мы сейчас быстренько перекинем вот эту вот сюда. Вот эту ручку перетянем на вот эту и вот так вот. О. Торговать тут 40 тысяч еще. Двадцаточка и 16. 37500 забираем. Так, подзатарились. Вечер. Что, может, зайдем на арену, заберем плюс 5 к влиянию. У нас за каждый турнир плюс 5 к влиянию идет, поэтому не будем игнорировать. Так, я танчу щитом, ты рубишь. Так, так ты сольешься. Нормально его забили. Один на один со своим кузнецом. Есть. Так, вот, с женой. Это ж она в моей армии. Я думаю, откуда она взялась тут? Я ее сам позвал. У нее прокачка одноручки гораздо круче, чем у меня, но нормально я ее выбил. И финалочку. Айра. Это дочка нашей императрицы. Есть. Это получается родственница. Если мой брат женат на императрице, у нее есть дочка.
Ну, извините. Так, и мы выдвигаемся вот захватывать вот этот замок. Так, 25 грабителей по дороге. Как же с них не взять влияние? Подтянули еще семерых. Там даже кого-то потеряли с армии одного. 100% какого-то новобранца. Так, имперский легионер хочет присоединиться. Ну, подождем. Как место освободиться. Так, это все ребятам. 325 на опыт. И движемся дальше. Вот сюда. Пока дезорганизация в армии. Лорды успели присоединиться. Один не успевает на 163, но к осаде должен подтянуться. Еще два лорда должны присоединиться. Вот 163. И вот еще 137. Так, тут ничего интересного нет. А этот 100% бежит раньше меня этот замок осадить. Не свернул. Вот 137 бежит ко мне. А мы идем осаждать первый наш замок в этой игре. Так, смотрим, троих улучшили. Есть. Так, троих улучшили. Отряд полный, трое хотят присоединиться. Интересно, всегда хотел запросить встречу. Можно его уговорить сдаться? Привет. Кое-что хочу обсудить. Угу. Нельзя. Хотелось бы, чтобы была такая функция, что можно было уговорить сдать замок. Защитников 763, конечно. А, это с моими. Из-за того, что я в замке 100%. А ну, покинуть. Так, защитников 206. Начнем осаждать тогда. Так. Подтянулся последний лорд. Закидываем трибушетики. Еды у нас на 33 дня в городе, точнее в замке на 23. 144 ополчения, 62 там лорд со своими бойцами. Инженер у нас не прокачанный. Так, первая трибушета в резерв. Кто-то прибегал. Ух ты, армия идет. 526. Поймали лорда, но я не могу выйти помочь никак. У меня уже почти две трибушеты стоит. А, 600 будет у него, 40, да? Все равно у него мало, он меня не ударит в спину. Блин, пока я вот это считал в резерв, в трибушету провтыкал. Так, третья готова. Так, это что? Блин, а квест начался по... Квест начался по заговору, но сейчас не до него. Нам нужно взять вот этот замок. Так, почти готово. Четвертая трибушета. Выставляем, что у нас есть. И понеслась. Я его не открываю, как будто его не вижу. Так, трибушеты прекрасно сносят скорпиончиков. Так, четверо парней у нас улучшилось. Одного добавим. Легионера на штурм.
Так, по полскины с каждого кусочка мы разбили. Начинает падать сплоченность. Поднакинем немножко. Это что? Проголосовать за объявление войну султанату Асираев. Это вообще кобздец какой-то. Так, есть одна стена. Давай вторую, вторую, вторую. Есть вторая стена. Так, добавим легионера и лучника. 147. И возглавим штурм. Так, что у нас получается? Стены разбиты. 192 против 840. И возглавить штурм. Так, что у нас тут изменилось? Это первый штурм. Ну, черепашками стоят. Отлично вообще прям. При старте хорошо. Так, новый вид замка. Вот проход, вот проход. Интересно. Значит, что мы делаем? Ага, вот у нас тут все сбито, надо расставлять. Так, почему-то все закинуто сюда, да? Так. Сразу стоит подразделение, не знаю. Так, ладно. Сюда пехота пойдет. Максимально вся. Сюда пойдут лучники. Что, у меня 5 человек? А, это ж на этот убрать. Максимально лучники сюда. Сюда пойдут. Нельзя разделить, да? Ну хорошо. Так, как так получается? Лучники, стрелки. Почему нет конницы? Как-то тут все поменялось. Только лучники, только стрелки, да? Хорошо. Убираем. Убираем. Так, смотрим. Это пехота. Это лучники. Ага. К лучникам относятся и конные лучники. Хорошо. К пехоте относятся всадники. Хорошо. Так, тогда мы делаем так. На троечку мы закидываем еще. Делим пополам пехоту. Сюда закидываем лучников. И тоже делим пополам. Значит, первая пехота. Сколько тут максимально вы зайдете? Вот сюда, да? Вот так вот. В прикрытие вам лучников. Пехота под троечку. Вот сюда. И в прикрытие вам лучников. Правильно? Да. Пехота, лучники, пехота, лучники. И штурмуем. Так. Вам все еще доступны осадные орудия. Ну, а что, они сами не станут на осадные орудия? А ну, сейчас посмотрим. Так, все в атаку. Нет, сами они бегут, становятся стандартно на осадное орудие. Не обязательно сразу ставить при разбитых стенах. Так, пошли наши. Ух ты, тихо, 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 тихо. Есть, я его снял. Еще одного. Так, бегут, бегут, бегут. Не успел, его убили. Ну, выглянь, выглянь сюда. Вот так, молодец. Ты меня увидел, не успел, я его застрелили.
Так, все. С этой стороны хорошо пошли. Тут залезли. Есть. 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 Наши уже с двух сторон их окружили. Мазанул. Так, по ступенькам на лошади. Прыжок. Не. Не зайти. Так, вот чуть бочком, 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 бочком. Есть. Так, тут разбили, тут разбили. Вот так вот спустимся. Погнали наши, погнали. И победа. Замок наш. Восьмерых потерял с армии, одного с отряда. Захватили замок. Так, пленных узаицкий. Парень нам не нужен. Улучшились. Тут пока оставлю 146. Я так понимаю, тут ничего нету интересного. Ребятам отдадим 580 на опыт. Разрушить нет, разрабить нет, проявить милосердие, потому что имперский замок. Так, проявить милосердие. Запросить проход. Продолжить, смотрим, что у нас тут прогуляться. Чертоги властителя. Подземелье. Подземелье. Пленники сейчас же наши, мы можем ими руководить. Не можем, да? Не можем забрать пленников. Понятно. Раньше можно было при старте. Точнее, пока не передали никому. Замок можно было пленников забрать. Так, гарнизон. Никто не скинул ничего в гарнизон. Смотрим. Улучшили одного парня. Так, ну что. Вы получили послание от Эстианы. Смотрим, что у нас тут. Горные бандиты. Так, горные бандиты 17 дней. Хорошо. Что мы делаем? Мы распускаем армию. Они тут прикроют этот замок. Султана Тасираев буду тянуть до последнего. Не буду влазить в голосование. Надо успеть пойти горных бандитов переловить. Так, вот армия 449. Так. Дезорганизация. У меня скорость маленькая. У меня скорость 3,7, а у него 3,6. Ну, в принципе, сейчас я передохну немножко. Он собрал сразу армию. Подождем. Странно, что ты... Так, так, тут стены разбиты, мне тут делать нечего. Ну иди ударь его в спину. Так, а я бегу куда? А, я бегу в город. Ага, это мой город. Возле моего города бандиты лазят. Так, хорошо. Замок. Передать замок. Тоже там сейчас некому будет передавать ничего. А я бегу по кратчайшей к своему городу выполнять квест. Так. Ну, не без нас он объявили войну султанату. Решил объявить войну Асираю.
Что мы получаем? А, голосование за замок. Так. Что у меня с ним отношения? 0. С ним отношения 6. С ним отношения 0. Потратил двадцаточку. Насколько я улучшу? До 7. До 7 улучшил. С этим на 1 уменьшил. И тут будет минус 1. Понятно. Так. Поможем нашим. Улучшили отношения с этим кланом. Вот это вот хорошие ребята 5 класса, берем их в плен. Охранники каравана Асирайского у меня есть в армии, тоже берем их в плен. Ну и хозяина Асирайского каравана тоже возьмем, он высокого класса. Так, есть. Смотрим, чем мы тут подражились. Затянем наш город. Даже есть лошадка с осликом. Главное, чтобы не было у нас стада. Стада у нас нет. Шмотки раздадим на опыт. Щиты на опыт. Вот этот меч раскуем. Да все раскуем мечи. Смотрим. Одного улучшили пехотинца. И несемся к себе в город. Так, дезорганизация в отряде, конечно, жесткая. Так, стоп. Поможем. Быстренько поможем, улучшим отношения. Познакомимся. Вот до 70 улучшили. И вот этих ребят... Наемника не буду с булавой брать в плен. Так, у меня 20 пленных, 83. И тут тоже неплохо подражились. Это мы продадим в нашем городе. Лошадки, верблюды тоже в городе продадим. Шмотки на улучшение. Вот так вот смотрим. Еще одного прокачали бойца. Это очень хорошо. Движемся дальше. Ну что такое опять? Наше королевство будет получать ежедневно дань 1810. С чего? А, прибыл гонец от фракции Хузаитского ханства с предложением мира. А что с этим замком? Замок наш, да? Да, надо. Надо с ним заключать мир тогда. И что тут все за, да? Все за. Я воздержался. Мир заключили, сэкономили себе влияние. Плюс. Так, все нам платят, да? Султанат Асираев. А, вот это Султанат Асираев нам денег дал. Хузаитское ханство было написано. Что я неправильно прочитал, не могу понять, или что. Так, хузаиты. Они предлагают вам дань в размере 1200. Ну, ага. Более не актуально. Ну ладно. Да. Повнимательнее относиться к игре, конечно, или что-то поменялось. Как-то странно все произошло, ну да ладно. Я так понимаю, ради прохода своих караванов они нам денег решили отсыпать. Так, а вот наши первые горные бандиты. Что у меня по времени? Еще 14 дней, отлично, я успею их тут всех переловить. Так, первые горные бандиты. Привет, пацаны. Так, атаковать. Угу.
Расставил я командиров. Кстати, налучников почему-то у меня нету. А должна быть охотница. У нее флаг. Подлучников. Снижение урона дальних атак. Эффект знамени. Эффект знамени, снижен урон, получаемый в ближнем бою. Это я пехоту поставил. 52. Себе забрал всадников. Повышенная скорость передвижения в седле. И конным лучником поставил офицера со знаменем. Повышенная скорость передвижения воинов. Так, теперь же составляемся. Так, стрелки. Сюда плотней. И в линейку. Да что такое? Из-за дерева не видно. Да чего не растягиваетесь? О, растянул стрелков. Пехота сюда станет у нас черепашкой. И выйдите вот сюда. Так, конные стрелки. Прикройте стрелков сверху. Поплотнее вот так вот, если что, атакуйте. И кавалерию мы поставим прикрывать вот этот фланг. Так, смотрим, что у нас получилось. Три линии стрелков. Нормально лучники работают. Ага, вот они. Так, кавалерия за мной. И атакуем вот этих мудаков. Есть, срубил. Зацепил. Давай. Есть. Зацепил. И добил. Еще раз. Есть. Так, все. Пока мы тут били конницу, наши отстреляли всю пехоту. Не дошла, да? Да, всех положили. Одни трупики валяются, расстрелянные. Три линии стрелков вообще отлично работают. Так, троих потерял. Охранник имперского каравана, охранник вандийского каравана. Так, смотрим. Ничего интересного. 15 человек за бой улучшили. Добавляем троих из плена. Смотрим, чем мы тут подражились. Лошадку в городе продадим. Шматье скинем на улучшение воинов. Щиты на улучшение воинов. Так, это мы все раскуем. Так, один отряд уничтоженный. Осталось еще два. Отлично. Так, сейчас забежим в город. Вот второй вижу. В таверне 5 охранников. Мечник. Так себе для командира отряда. Нанять 7 новобранцев. Да, я знаю, что у меня перебор. В цитадель. Управление гарнизоном. 327 человек. Закинем сюда новобранцев. 151, и закинем охранников имперского каравана до 147. 338 в подземелье. Это все голодранцы, мы их кормить не будем. В таверну выбрать пленных. Охранник имперского каравана готов присоединиться, да?
Ветеран. Его мы оставим. Этого мы охранника тоже оставим. Вооруженных торговцев на галеры и грабителей на галеры. Вот так вот. Есть. И идем еще один отряд отлавливать. Так, будь по-вашему, что у нас тут? День. Хорошо. Атакуем, пока светло. Так, атакуем пока светло. В чистом поле, да? Я рассчитывал, что там мост будет. Что мы мост перекроем. Ну ладно, поехали. Так, сюда. Черепашку. Лучники. Сюда. Стена щитов. Чуть вот так вот растянитесь в две полоски. Конные стрелки. Вот сюда. Кавалерия сюда. Сейчас он пойдет сюда. Слева обходить. И поехали. Кавалерия за мной. 9 всадников, пойдем рубанем их в лоб. Так, пехота, чуть-чуть выдвинитесь вперед. Иди сюда, иди, иди, иди. Есть. Вот это мазанул. Что вы с ними так долго возитесь? Есть. Есть. Так, отходим, отходим. Этих стрелки отрабатывают. Ух ты, блин. Лошадку мне подрезала. Ну иди сюда. Не дотянул. Стрелки отрабатывают. Давай, 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 зажимайте его, зажимайте, зажимайте. Есть. Так, кавалерия в атаку, конные стрелки в атаку, пехота в атаку. И добивайте. Ух ты. Иди, иди там на лошадках, иди сядь. Есть. Мой. Не успел. Так, разнесли второй отряд без потерь. Так, в плен мы их брать не будем. 8 человек улучшили. Добирать пока некого. Смотрим. Ботанийскую лошадку. Так, это на расковку. Еще одного улучшаем. Стрелка. Есть. Так, забежать. И расти. Что ты хочешь? Банда ищет новобранцев. Нет, у меня новобранцев. В торговле поскидывать все лишнее. Так, все флаги у меня отмечены. Вот так вот скидываем. Лошадей. Ботанийская лошадка. Верблюд. Мол, верховая. Так, оставляем вот этих. Бронюшку, вот этот шлем продадим. Так, дротики дорогие, по 20 тысяч это я держу, чтоб налик забирать за городов. Вот на 16, и вот этот на 16, еще 800. Так, вот этот на расковку нож заберем хороший.
И метательных ножей вот таких три тоже заберем. 55 тысяч наликом забрали. Так, ищем третий. Так, этот был тут, этот был тут. Скорее всего, вот, да. Этот будет с этой стороны. Атакуем. Так, что у нас ночь? Сейчас светлое время суток сделаем. И с утречка его атакуем. Иди сюда. Атака. Хорошо. Так. Этот пойдет конницей слева. Мы сюда поставим конных стрелков. Кавалерией ударим в лоб. Тут на возвышенности поставим обычных стрелков поплотнее. Вот так. Пехоту в черепашку. И пехота выйдет вот сюда между камней. Девять всадников пошли. Кавалерия за мной. Есть. Зацепил. Да что вы их не срежете никак. Так, конные стрелки отстреливают. Не дотянул, не дотянул два раза. Да что ж такое. Так. Этим лошадей позбивали. Есть. Зарубали вы его там? Все нормально? Так, ух ты, как это? В атаку, в атаку, пехота в атаку. Не дотянул. Дотянул. Разносим, разносим, разносим. Мой, 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 мой. Эх, не успел. Зато в охранника лондонского каравана такой стрелой запустил. Так, надеюсь, охранник имперского каравана у меня погиб один. Размотали третий отряд. Шестерых улучшили. Смотрим лошадку. В город заберем. Это все раздадим на улучшение. Это на перековку. Так, смотрим. Три уничтожили. Уничтожить отряд заговорщиков. Где-то рядом тут будет еще ходить отряд заговорщиков. Так, ну добавим одного охранника имперского каравана ветерана. Так, ищем элитный отряд заговорщиков. Так, скорпион получил уровень, это прекрасно. Так, наши создают армию, молодцы. Зайдем в город, сбросим. Все лишнее. Так, одна лошадка. И все, да? Так, ищем. Где-то ходит теперь еще один отряд заговорщиков.
Сколько на него дается время? 12 дней. Да, возле города нашего он где-то ходит. Вот он. Темнеет. Успеем до темна. Сдавайтесь, а если нет, готовьтесь к бою. Не взять тебе нас живыми. Смотрим. День. Отлично. Так, воинов 70, пехота 34, вот 18 лучников, кавалерия 8, конных лучников 10. Атаковать. Хорошая позиция, мне нравится. Так, стрелки сюда. Поплотнее. И в линеечку. Конные стрелки. Поплотнее. И тоже в линеечку. Вот так сверху накидайте. Так, пехоту. Черепашку. И вот сюда снизу. Кавалерия сюда. И ждем. Так, 10 конных стрелков, 8 обычных. Эх, вот это я задержал, затянул. Мочи. Так, конные стрелки. Конная, точнее, конницу за мной. Так, что такое? Есть. Рубим. Нормально. Так, эти подтянулись. Пехота вот так. Умные стрелки пошли обстреливать. Моя конница в атаку. Ух ты, стрелок поймал. Есть. Есть, зацепил, хорошо. Так, жмем. Стрелки перешли тоже в атаку. Есть, раздолбали. Троих потерял. Имперских пехотинцев двоих, имперского обученного пехотинца. Трех пехотинцев потерял. Так, смотрим. Это заговорщики. 23 человека в этом бою улучшили, отлично. С плена заберем охранников каравана. Терн заговорщиков. Так, можно взять в плен и продать? Нельзя. И раньше тоже нельзя было их брать в плен. Ну, нельзя и нельзя. Так, что с них выпало? Флага нет. Лошади. Лошади есть. Броня. Броня вся пойдет еще на улучшение воинов. Так, топоры на раскопку. Лук воинам на улучшение. И вот это все железячки тоже пойдут на расковку. Так, и 3235 еще на улучшение отправили. Так, уничтожены налетчики. Новая запись в журнале. Смотрим. Так, объединить империю нам надо до 13 городов добить. Отлично. Это наш первый
Ой, по квестовой линии, я имею в виду по заговору. И я думаю, что, наверное, на сегодня... Сейчас вот этих вот еще рубанем. Лазите тут. Да, еще и присоединились. Так, автобоем. Блин, даже кого-то потеряли. А, это не мы потеряли. Это приятно. Так, семерых улучшили в этом бою. Отлично. Еще двоих можно присоединить. Еду забираем. Лошадей у них не было. Бронюшку раздадим. Это все на расковочку соберем. Еще одного пехотинца улучшили. Так, ну что, друзья, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайки. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. И до новых серий.